Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия я, как обычно, хочу выразить огромную благодарность всем спонсорам нашего канала за вашу финансовую месячную подписку. Спасибо, друзья! Ребята, сегодня будет необычный ролик, который мне подсказал снять один из наших подписчиков. А именно, мне посоветовали показать в данном видео, как выглядят космические объекты Солнечной системы и дальнего космоса, а именно средний бюджетный телескоп с планеты Земля. Но я подумал, почему бы и нет, и решил добавить свою маленькую изюминку. В данном видео экран будет разделен на три части, то есть сплит-экран. И мы с вами увидим некоторые объекты космоса такими, какими их можно наблюдать невооруженным глазом с планеты Земля. Телескоп в средний, любительский телескоп, и как его видит телескоп Хаббл. Конечно, мы с вами знаем, что при наблюдении космических объектов в телескоп человеческий глаз, к сожалению, не воспринимает цвета в темноте. Поэтому все объекты кажутся серыми, а то, что мы видим на картинках от съемок телескопа Хаббла и других различных установленных больших телескопов на планете Земля, это всего лишь уже графическая обработка. Но в данном видео, друзья, мы с вами даже увидим более красивые объекты. Представьте, если бы человеческий глаз воспринимал бы различные цвета в темноте, поэтому я не буду затемнять картинки, и программа Space Engine нам покажет все цвета космоса. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравится данное видео. Обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Всем приятного просмотра и новых открытий!